Казкосмос сегодня склонен считать возможным возобновление пусков ракетоносителей «Протон» с гептилом на борту, а Роскосмос уже давно и откровенно назначил дату запуска – это 30 сентября. Кажется, для соблюдения этикета пресс-служба Федерального космического монстра комментирует. Без согласования с казахстанской стороной мы осуществлять запуски не будем. После летнего падения «Протона» на Байконуре было сломано немало копий на тему суверенитета и национальных интересов Казахстана. На этой благодатной гептиловой ниве отметились лично аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и грозный министр охраны окружающей среды Нурлан Капаров, который почти вовсе запретил запуск. Правда, самое сложное – замерить уровень поддержки среди населения. В стороне от этих политических баталий вокруг окружающей нас среды, похоже, жители самого крупного и политизированного города страны. Некоторые на 22-м году независимости даже не ориентируются на собственной местности. Где вот Байконур расположен, знаете? В какой части Казахстана? В какой части Казахстана Байконур? Пока этот космодром они на восточный построят. Тем более они... Вот уже и бывший работник администрации президента Айдос Сарым уже почти не видит мирного урегулирования страстей вокруг русского гептила. Кроме того, чтобы вводить войска в Байконур, я других средств уже не вижу. Я разумный, рациональный человек, который понимает ситуацию. Да? А как еще действовать? Собственно, правительству Казахстана, как говорят наблюдатели, приходится вынести решение по возобновлению пусков ракетоносителей «Протон». Благо, персонально за аварии никто из членов кабинета министров личной ответственности по закону не несет.